кинолетописцу города Припять Михаилу Назаренко, автору нескольких фильмов о городе и Чернобыльской атомной станции. Посвящается. Причанином мог быть подросток не старше 16 лет, ибо таков возраст Припяти. Однако все жители города сроднились с прекрасной землей Полесья, с ее удивительной природой. В родных местах у неба цвет синее, в родных местах просторнее луга, стволы берег прямее и стройнее, и разноцветней радуги дуга. Пусть мне твердят, что есть края иные, что в мире есть иная красота. А я люблю свои места родные, свои родные, милые места. А я люблю свои места родные, свои родные. Науки, человечество львина, что пробило и что еще не пробило, и что предупредило нас в Чернобыле, а вдруг неподконтрольная война. Прощай расчет на легкое житье, опомнись, мир, пока еще не поздно. И если человек подобие Божье, неужто Бог подобие мое? Бог в том, кто в облученный шел объект, реактор потушил, сжег кожу и одежду. Себя не спас, спас Киев и Одессу. Он просто поступил как человек. Здесь, в селе Иловница, в первые дни разместилось около 1000 человек. Ведь работы на АЭС продолжались непрерывно. Люди, заняты на 3 не пострадавших энергоблоках, ликвидируют последствия аварии на 4.
в белых шапочках и защитных костюмах, они похожи на докторов. Они и есть доктора. Врачуют беду. Мы несколько затаскали, стерли прекрасное русское слово «героизм». Но как, если не героями величать людей, рискующих собой ради нас с вами? Они идут не просто в атаку. Ведь вдохновенный порыв, атака длится недолго, мгновение. Они наступают сознательно и осмысленно на невидимого и потому более опасного врага. Давно смолкли залпы орудий. Чрезвычайная ситуация сама по себе не порождает ни героев, ни трусов. Она лишь контрастно высвечивает человеческую суть. Как рентген просвечивает душу каждому, кто попадает в ее зону. Зону повышенного благородства, повышенной правды, совести, риска. Меры безопасности, конечно, приняты. Все мыслимые и немыслимые, но все же это риск. Кому-то надо быть и здесь, работать. Ради того, чтобы жизнь как можно быстрее стала такой, какой она была до 27 апреля. А когда опускается вечер, в который раз убеждаешься в правоте фронтовиков, без многого можно обойтись после боя, но не без песни. Чуть свободная минута, и сердце просит песни. Покой только снится, я знаю. Готовься, держись и дерись. Есть мирная передовая. Беда и опасность и риск. Поэтому слышим нередко. Сейчас, как тогда, а ты бы пошел с ним в разведку? Нет или да? Вся страна откликнулась на беду. Номер счета 904 расшифровывать сегодня не нужно. Каждый знает, это суда. Перечитываем телеграммы, просматриваем посылки, бандероли, идущие в Припять. Документы доброты человеческой, документы сочувствия и конкретных поступков. Тысячи приглашений эвакуированным. Приезжайте, обеспечим всем, что имеем сами. Гарантируем хорошие условия жизни, работы, культурного досуга. Лучшие пионерские лагеря нашей страны приняли ребятишек города Энергетика. Воспитатели, пионеровожатые делали все, чтобы ребята не тосковали. Море, спортплощадки, игровые комнаты, масса мероприятий на любой вкус. Посвящение в моряки, костры дружбы, дни Нептуна, ставшие традиционными дни именинников, постоянные экскурсии по городу, посещение драмтеатров, кино, эстрадных концертов.
лагерь, конечно. Здесь интересно, но скучаем по родителям. Конечно, ни один пионерский лагерь не в состоянии заменить радость общения в семье. И потому так жадно здесь прочитывается вся корреспонденция о событиях на Чернобыльской АЭС. А стакан с фамилией родных и близких, события и радость на весь день. Была возможность, мы тоже, наверное, туда поехали работать. Если так, помучим, конечно же. Я бы хотел своим родителям пожелать, чтобы они лучше работали, чтобы скорее справились с этой бедой. Пусть они не волнуются за нас, мы тут живем и помним их. И всегда с ними, сердцем, душой. Я хотел бы пожелать, чтобы родители нашли своих детей, видели их здоровыми, сильными. Никогда больше с ними не расставались на такое долгое время. Со своей стороны, наверное, слушаться здесь всех и не делать всяких таких, короче, не вести себя подозрительно, чтобы не говорили о Припяти плохо. С думой о судьбе родной Припяти засыпают и встречают новый день наши дети. И не случайно в пионерском лагере «Молодая гвардия» появилась новая песня о Припяти. С нехитрыми, но близкими сердцу словами, с чуть грустной мелодией. Мы разлуку победим, и слезам напрасно капать, не позволим, не дадим. Припять, город, ты пятечка, где учились, где росли. Ты же все в душе, конечно, уголок родной земли. Ты же все в душе, конечно, уголок родной земли. Ближе всех в душе, конечно, уголок родной земли. Цены по счастью нету.